Сегодня выхожу такой из своей качалки. Реально моя качалка, я там тренируюсь уже 11 лет. Лисуков выходит. Что он там делал, я не знаю. Я вообще не понимаю, как его туда пустили. Кто пустил Лисукова в мою качалку? Алексей, тогда не могу не задать вам еще один вопрос, который активно сейчас обсуждается в интернете. Действительно ли у вас с Павлом Кириленко серьезные разногласия? Да нет, с Пашей у нас нормальные отношения, но в последнее время он слишком много говорит.